الجنة أبواب. В раю есть врата. من الناس من فتح الله سبحانه وتعالى عليه في الصيام. Среди людей есть те, кому Аллах Субханаху ва Тааля открывает врата по причине поста. فهذا ينادى من باب الريان من باب الصيام. Они будут призваны в рай через двери райян, двери постящихся. من الناس من فتح الله عليه في قيام الليل. Среди людей есть те, кому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля открывает по причине их ночных стояний. من الناس من فتح الله عليهم مثلا في تعليم الناس. Среди людей есть те, кому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля откроет эти врата по причине его обучения людей. فإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليك بابا من أبواب الجنة إلزمه. Если Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля облегчил тебе какую-то из этих дверей, которая ведет в рай, схватись за него, придерживайся ее. حافظ عليه. Сохраняй ее, храни эту дверь. يعني فتح الله عليك في الترجمة مثلا. Допустим, Всевышний Аллах открыл тебе и дал возможность переводить. هذا الباب اختار الله سبحانه وتعالى لك. اتقن هذا الباب. Это то, что выбрал для тебя Всевышний Аллах, так будь же безупречен в этом, старайся. بعض الناس يترك هذا الباب ويبحث مثلا عن الصيام لا هو أتم الصيام ولا هو أتم الترجمة. Некоторые люди начинают искать другие пути и тем самым не достигают результатов ни в переводе, ни в, допустим, пост, ни в посте. نعم فإذا تستطيع تجمع أكثر من باب هذا ممتاز. Конечно, если ты можешь собрать в себе несколько дверей, это прекрасно. إذا لا تستطيع إلزم الباب الذي الله سبحانه وتعالى يسر لك. Если же ты не можешь этого сделать, то тогда крепко придерживайся тех врат или тех дверей, которые облегчил для тебя Всевышний Аллах.